Роны. Эрос Пизано, третий, второй, Гильермо Родригес, Домброзио. Пока смотрится очень здорово на правом фланге. 33-й номер, помогают ему партнеры, притормозил Домброзио. Здесь свободная совершенно зона у Паласио, упал игрок Вероны, прострел. И гол, его засчитают. Хотя, конечно, это будет небольшим ударом по... Нет никаких оснований для того, чтобы его не засчитывать. Упал сам, растянул себе заднюю поверхность бедра. Грек, прострел. Неудачный очень для хозяев рикошет от Эроса Пизано. Никакого нарушения не было. Да, несчастный случай. Да, можно было остановиться, но точно так же мог игрок Интера подумать, что соперник немного симулирует, пытаясь остановить острую атаку. И... В общем, в любом случае, судьи основания мяч отменять нет. Может быть, Интер пропустит специально от Вероны в ближайшее время, чтобы потом не говорили футболисты Вероны. Но что мог сделать судья? Икарди с мячом. Отличный прострел. И 2-0. Паласио забивает на третьей минуте второго тайма. Ситуацию не давать шансов Вероне. И так вот мутный, сделав середину первого тайма, вроде бы так показал свои сегодняшние аппетиты. 1-0 нас устроит, дескать. Нет, пожалуйста, уже на третьей минуте второго тайма в красивой резвой атаке Интер забил. Очень точный пас. Это вовсе не прострел какой-то там, а щечкой аккуратный пас в ногу летящему вперед партнеру сделал. Ну вот угловой. И удар очень даже неплохой. Еще один удар. Да, вот повтор, момент, когда Ханданович последнюю секунду мяч увидел. Потом было добивание с рикошетом. Из тех, кто более-менее в последнее время выходил. Вот момент у Интера. Мяч в штангу попадает. Икарди, Гуарин. Ой, далековато. Далековато. Посмотрим повтор. Это Паласио едва не забил. Уругвайц Николас Лопес из тех, кто в поле. И вот Савьола, вроде неплохо, скрещивание. Ну что здесь? Кому карточка Видичу, значит, это пенальти. Мне показалось, что за Видича зацепился. За него зацепился Бошка Янкович. Интересная концовка. Смотрите, передача. Это Греко, кстати, не Янкович. Вот вам выход один, выход на замену двух игроков. Леандро Греко и Хавьер Савьола участвовали в атаке. И Алука Тони будет бить. Три пенальти он реализовал в этом сезоне. Удар, Ханданович, браво! И совершенно по делу. На мой взгляд, Видич правил не нарушал. За него зацепился Греко. Возможно, мне и показалось. Судье показалось наоборот. Но вот бог футбольный решил. 11 апреля. Момент, чтобы сделать счет 3-0. Так и есть. Свои ворота вгоняет мяч защитник Вероны Вангелис Морос. Ну вот вам... Крупная победа Лигу Европы. А пока борется только за спасение чести и достоинства в каждом отдельном матче. Впереди у Интера дерби. Следующие выходные. Потом матч дома с Ромой. Будут игры с Лацио и Ювентусом. Так что скучно болельщикам Интера, разумеется, в концовке не станет. Каждый матч отдельное событие.